Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Bloody Zombies. Строение на площадке 7 часов вечера. Следующая ключ-карта уж очень далеко. Интересно, получится ли у меня сделать катапульту из крана? Эдди, ты меня пугаешь. Какую ты решил еще сделать тут катапульту из крана? Может быть, ты хотел сказать пресс из крана? Оу, нет, только не вы, ребята. Черт подери. Ну что же. Из всей шараги только с одним справились. Нормуль. Оу, все. Лавочка прикрыта, придется с ними здесь расправляться. Слушайте, я ведь, наверное, могу вот сюда их сбросить, на эти шипы. Давайте-ка посмотрим. Бросочек. Отлично. Ой-ё, что я делаю? Да ну, хорош, блин. Эдди, 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 ну-ка его давай сюда вставай. Вставай сюда. Полетели, ребята. Как говорится, удачного вам дня, зомбики. Отдохни маленько. Это все. А, нет. О-о-о, вот с толстяком-то здесь мне как раз и не нужно. Ага, опять наши красавицы появились. Так, пора тебе немножко... Вот так вот, в мясорубочке побывать. Не надо только меня врасплох брать. Черт подери. Слушайте, их слишком много. Поэтому, я думаю, мне стоит отсюда отойти. Вот, давайте на эту сторону. Блин, как бы так сделать, чтобы я их бил, и они туда падали, не обходя меня. Вот так, давайте встанем, попробуем. Они же не могут пройти красный барьер? Нет. Так что, вперед. И с песней. Смотрите, появляются и появляются, а? Бесконечно. Мне такое ощущение, что надо вот эту вот чувырлу в красном грохнуть. И тогда все будет хорошо. Мне кажется, это она их призывает, когда кричит. Готов. И последний, надеюсь. Шикарно. Граната. Смотрите, у нас здесь циркулярка. Не нравится она мне. Че стоишь-то? Давай, двигайся. Так, зомбари, зомбари, зомбари. Что же делать мне с вами, упыри? Блин, гранату выронил. О, шипы мне здесь не нужны, братиша. Да хорош. Так, минус один. Слишком долго она... Ты еще стреляешься по мне, а? Ну! Ну давай, рубани его. Не хочет. Какой толк от нее? Ну-ну-ну-ну-ну, куда ты разогнался, красавчик? Тихо-тихо-тихо, ребятушки. Ну, проруби хоть одного. А, чуть-чуть. Чуть-чуть буквально не хватило. Ну, пока лежат там дудки. Ладно, сам справлюсь. А это кто у нас тут? Четко получилось. А этого придется суперударом бить. Не этим, а вот этим. Вставай, 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 как раз под пиво. Вставай, вставай. Ах ты, хитрожопый. Ладно, сам подойду. Разорвное убийство. Так, бинты, это хорошо, они мне как раз нужны. Вижу трубу, вижу рычаг. Вижу, что хорошо это для нас не закончится. А что, если я нажму? Так, труба. Ну и толку-то от этой трубы, я что-то не пойму. Бред какой-то. Я ничего... Ну, и даже ничего не делать. Ну, нажимаю, абсолютно не функционирует эта кнопочка. Вообще по нолям. Так. Слушай, я не могу понять, а куда делись звуки... Удара. Черт подери. Слышу какой-то грохот. А смотрите, эта труба вроде как поднимается. Понятно, короче, музыка заглушает все мои удары. Да тихо, отлично, смотрите, видели как получилось? Я во время суперудара мог избежать шипов. Это что-то новенькое. Надо будет на заметочку взять. Черт подери, этот бесевый.
Ну и все, теперь я вроде бы... Ну-ка. Да, все, слышу все удары. Готов. Так, что нам тут надо сделать? Шлагбаум поднялся. А, очередные черти вылезли. Подходите. Хе-хе-хе-хе. Выкусили. Ну, куда ты бежишь? Так, а здесь у нас что? Граната. Давайте, может, нет. Так сделаем. Все равно ему тут осталось чуть-чуть. Ну, этих длинноруких мы тоже с вами сейчас заколбасим. Идите к папочке. Ты смотри-ка, а? Длиннорукий достал меня. Противный твареныш, а? Зомби-вампиреныш. Кто на этот раз? Так, может быть, тихонько. На-ка, выкуси, уродец. Минус один, вот с плеткой мне... О, тихо, схватил его. Он же шипами у нас... Да ладно, черт, потерял жизнь, ребята, потерял жизнь. Минус хп. Это очень плохо. Че, у меня всего одна жизнь, житуха. Ууу, как кисло. Не пойму, и где все? Почему никто не выходит? Откуда ты взялся, лопух? Телепортировался он, видите ли, у меня. Смотрите, здесь и внизу еще циркулярка. Блин, туда можно перепрыгнуть? Ага, хренушки. Так, бинты. Зачем я их сожрал сейчас? Было полностью хп восстановлено. Кстати, я вижу тут рычаг какой-то. Б. Ого. Смотрите. Ага, это типа бонуса. Проснулись. Черт подери. И этого пробудил. Да. Сейчас они мне тут, кажется, устроят такую сбучку. Ну-ка, подходи сюда. Хе-хе-хе, разорвало в хлопья. Спасибо за лут. Ну, мне этот не страшен, он здесь один. Я могу в любой момент заюзать бинтик. И буду полностью цел и здоров. Ну давай, давай, беги. Оп. Давай третий пробежку и будем тебя бить уже. Хорош. Нет, смотрите-ка. Вот она третья была. У, да он какой-то и ватненький. А, видимо, он на взрывчатке подорвался. И у него мало хп. Что у нас? Фотоаппарат, пила, деньги и монетка. Надо еще фотик взять. Бонусные очки. Ну и тут бинтик, естественно. Все, можно отсюда выбегать. Так, а тут у нас шипы. Ну, слушайте, довольно долго не появляется. Я думаю, мы успеем с вами здесь пробежать. Опа. О, вот это мне не нравится. Целая аптечка. Опс, пробежали, отлично. Ну идите сюда, лопухи. Я вас всех тут... Гады сбили. Так, двоих сразу же. На кукан, как говорится. Так, подожди. Посмотрите, они стоят и... Вот эти вот плиты, которые тут качаются у нас, ничего не делают ровным счетом. Может быть, они и для меня... Безвредный, как вы думаете, а? Ой, что я делаю? Вот размахался, называется. Да сдохните вы все. Ой, сейчас заколбасят. Где моя аптечка? Срочно за ней бежать. Где? Давай. Отойди отсюда. Ну! Ух, ядрёна вож. Уцелели. Нормуль. Фу, да они, по-моему, вообще ничего не делают, ребят. Эти плиты здесь просто для красоты. Сами прекрасно видите, вообще ничего не реагирует. Ладно, вроде как справились.
И мы с вами переходим во вторую часть этого уровня. Какое классное заведение! И я так понимаю, мы попали в ночной бар. Даже, может быть, в ночной диско-бар. Так. Ага, камикадзе плюс взрыватели. Ну, взрывайтесь все. Шикарно. Так, давай, толстячки, по очереди. Хлюп. Оу, а вот это мне пригодится. Так, еще и аптечка тут выпала полная. Лети отсюда, на Кудыкину гору. Че-то там телепортируется он, а? Отлично. Так, и этот упал, и остался у нас вот этот мелкий скелетик. Убогий. И вот этого сейчас будем вот так вот бить. Давай, вставай, оклемывайся быстрее. Мой пендаль ждет тебя. Так, метеор. Метеор, мы выучили с вами новый удар. Ну и как же он действует? ЛБ плюс Ю. Не понял. Слушайте, ЛБ плюс Ю почему-то делает удар битой. ЛБ и Ю. Не врубился я ни шиша, если честно. Готов. Ну что, у нас еще целая аптечка здесь, ребята. И энергия. Нет, ЛБ и Ю получается фигня. Смотрите, ЛБ плюс Ю. И здесь ЛБ плюс Ю. Согласитесь, это бред какой-то. Ладно, давайте ставить. Так. Не понимаю я. Как они могут под одним ударом? А, может быть, если я бы выключил, например. Ладно, некогда нам на это смотреть все. Будем здесь сейчас зачисткой заниматься. Так, впереди у нас какой-то... впереди. Ноу! Черт тебя подери. Давай, рубить его. Тихо. Вот уж дудки. Да. Вот. И мимо, да? Обидно, да? Тихо. Сбей его. Мне бы вот так в прыжке бы подпрыгнуть сейчас. Как наковылять ему хорошеньких. Во-во-во-во. Так, отлично. Меч, конечно, закончился. Но зато у нас полностью все ХП. И осталось их двое. Ну? Блин, этого надо ликвидировать нафиг. Надоел уже здесь появляться в ненужный момент. Исчез. Сейчас где-нибудь... Во! Прям в ручки попал. Ну что же, остался у нас только один спецназовец. Вот он, голубчик попался. Так, еще одна аптечка. Это что-то новенькое. Так. Шипастые повыходили. Как вы помните, через них лучше не прыгать. Они выставляют шипы, ты на них напарываешься и тратишь очень много жизней. А нам это ни к чему. Смотрите, у нас здесь еще рядом аптечка лежит. Так что можем немножечко пошалить. Так. Слушайте, спереди мне вот эти вот штуки, которые там туда-сюда ходят, меня немножко раздражают. Так. Все, добили. Ах, так, значит. Ну, тогда действительно мне аптечка здесь, скорее всего, пригодится. А я уже что-то подумал, что это были последние ребятушки. Но как бы не так. Вот так. Смотри, что делать, а? Все никак не могу придумать тактику вот против вот этих вот идиотов.
Если я их в первый раз атакую, то второй раз, видите, они что делают? Сзади из-под тишка появляется. Да, плохо, Эдик, что у нас с тобой нету блока. Как он во всех, в принципе, играх существует. Мы с тобой так, только бить можем кулаками и ногами. Без блока, к сожалению. Ну что? Оу, тут надо подловить момент и пробежать. Они, по-моему, в разнобойку тут. Давай. Отлично, здесь, наверное, постоим маленько. Так, тактика непонятна мне. Ай-яй-яй-яй, тихо. Блин, отлично, хотел сказать. Нифига не отлично. Аптечка еще одна. И энергия. Слушайте, а куда мне надо идти? Наверх или сюда? Давайте наверх сходим для начала, скорее всего. Или сюда. Нет, пойдем лучше наверх сбегаем. Глянем, что там. Оу, шипы. Ладно, надо пробегать их. Так, тихо. Отлично. Оу. Больно, наверное. Так, перепрыгнули. И здесь у нас ящик. Жизнь, деньги и меч. Значит, я сюда не зря сходил. Очень я этим доволен. Так, побежали. Да и... Блин, будем брать меч, нет? Эх, я даже не знаю. И хочется... Да, все. Может, не будем брать, а? Так. Оп, а теперь сматываемся. И теперь мы заходим уже вот сюда. И что нас тут ожидает? Опять энергия. Ура! Классическая музыка! Да это не похоже на классическую музыку. Так, и сюда. Говнюк мелкий. Почикали мы его. Иди. Ну, вот так вот. Ух ты, что это у меня такое? Блин. Ляг, упади. Полет. А, понял я. И все, что ли? Мечик мой закончился на этом? Печалька. А, как ты меня бесишь, а, со своим блоком, урод. Еще кто-то влазит. Слушай, у меня такое ощущение, что они лезут без конца. Вам так не кажется? Нету, как сказать, логики. Так, энергия здесь лежит. Ну где ты там, появляйся. Хе-хе-хе. Так и будут они появляться друг за другом по ходу дела. Ну что ты бегаешь-то? Опять длиннорукий. Ну что ж, давайте глянем, что нас здесь ожидает. Так, давайте тогда пойдем с вами наверх. Так, подожди, шипы здесь. Ух ты, тут как все... Ёлки-палки, как тут все сделано. И я вижу кнопочку. Да ну нафиг. Так, кнопку. Почему не нажим? Я не могу нажать на кнопку, здорово, ребят. Хе. С какого перепуга-то? Черт, подери. И упала. Так, давайте-ка еще раз. Я немножко просто не понял там. Так, шипы сейчас кончатся. А, так. Появляются. Тихо. Все время забываю. Сейчас. Вот сейчас они пройдут, и мы бежим. Вот. Какая-то платформа. И уехала. Немножко я не понял, что надо сделать здесь. Да, не успел я на платформочку-то. Ну-ка, еще разок. Прыгаем. Ага. Нужно уничтожить
все динамики. Вот она, видимо, цель наша. В прыжке. Так, продолжаем бомбить. 4 удара уже нанес я по ней. 5, 6 ударов. Ну давай, 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 шипы, быстрее. 1, 2, 3. Троечка. Нет, все-таки пятерочка. Блин, там шипы валятся. Интересно, с разбега. Оу! Упал. Ладно. Попытка, не пытка. Все. Сейчас, подождите. Ай, да ну нафиг. Ну как так-то, а? Какого фига ты сорвался, блин? Надо было без бега туда и прыгать, и все. Оу. Шипастый мудила, а? Ладно, Эдди, соберись, тряпка. Последний шанс тебе даю перепрыгнуть все это и уничтожить последний динамик, иначе я лично тобой... Да куда? Дурила! Деревянная ты. Так, бежим. Прыгай. Блин. Ну. Хорошо. Пока вроде бы неплохо получается. Все, уничтожили. А теперь, я думаю, можно заняться этими щенками. Готов огурец. Ну, что ты крадешься? Шипы тут свои решил распустить, а? Готов. Так, ну что, тут, наверное, босс. 3 ящичка, плюс меч, бинты. Еще бинты. Так, возьмем меч. И еще бинты. Что же у нас тут за босс? А, оу! Еще и со спецназовцем. Это плохо, ребята. Бородавочник, ты достал меня уже. Все бы ничего, но вот этот вот спецназовец, который бегает. Оу, еще и зомбари вылезли. Вообще полный фэн-шуй. Ничего не скажешь. Сейчас, по-моему, добьют. Добили. Хорошо. Так, что ты тут машешь-то, а? Да-да-да-да-да, конечно. Да, блин, да... О! Он меня почему-то сбивает с ног. Да иди ты отсюда. Он сбивает меня с ног и начинает еще и прыгать. По мне, ну сейчас мухана. Смотрите, у него очень мало хп у босса. Ага, вот значит как. Тут, помимо того, что я должен убить босса, я еще свиту эту должен грохнуть. Ладно, как скажете. Я думал, что как во всех нормальных играх, босс убил и все. Да-да-да-да, конечно, губишки раскатил. Эть! Промашку дал. Но все равно я этого спецназовца урою, у меня все равно целая хпшка. Ага, дудки. Опа! Так, давайте-ка возьмем гранатку. Ну, прыгай, беги. Чё не бежишь-то? Чё ты выложил-то? Давай, давай, оп. Да иди ты в пентюх. Ну-ну-ну-ну. Ты беги давай там, они. Как же. Ну. Балдеешь, нет? Вот, забалдел, на. А я, если честно, даже не знаю, действует ли граната в то время, когда он тут балдеет. Сейчас просто надо ударить его разок, и там увидим по хпшкам. По его. Дудки. Да блин! Ну ты достал уже в натуре, а? Хромоногий, блин. Губошлёп. Чмо, блин. Сколько тебе нужно тут, чтобы ты выдохся, а? Элита хреново. Так,
Ровным счетом ничего не понял, но знаю, что ему сейчас... Да. Что ему сейчас будет хана. Сосунок. Что я могу еще... Здорово, а почему не открывается? Хе. Неужели еще не все? Эксит. Да нет, ребята, все. Ну что ж, тогда я на этом буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч. Удачи вам.